Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Мене звати Тетяна Костецька. Сьогодні до нашої студії завітали декан факультету мистецтва та дизайну МГУ Кравець Ніна, народний артист України та викладач акторської майстерності МГУ Георгій Делієв, заслужений діяч мистецтв, педагог кафедри кіно та телебачення факультету мистецтва та дизайну МГУ, письменник, сценарист, драматург Олександр Мордань. Вітаю вас усіх! Перше запитання до вас, Ніна. Одеса відома у світі як місто з потужним творчим потенціалом. Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте зацікавленість ваших абітурієнтів у вашому факультеті? Зростання зацікавленості? Скажу следующее. Наша биография в университете началась только в прошлом году. И судить о тенденциях заинтересованности, наверное, сложно. Но, тем не менее, за этот год я точно могу сказать, что количество звонков, количество писем, приходящих на почту университета, как поступить, чему обучают, какие учебные планы, огромное. Поэтому я надеюсь, что дам утвердительный ответ на ваш вопрос. Да, заинтересованность очень большая. А щодо географії, з яких регіонів України приїжджають до вас майбутні митці? І чи багато абітурієнтів з Одеси? Одесити на сьогоднішній день составляють преимущественное большинство, но среди них это Николаевская область, город Херсон, город Хмельницк, город Кривой Рог, Подольск и два человека из Арцизской. Арциза, Арцизской области, как-то вот те регионы. Поэтому география может быть не самая большая, но за один год я считаю, что очень интересная. И да, у нас вся Одесская область охвачена. А щодо одеситів, більше все ж таки з інших областей приїжджає? Нет, я бы сказала, что может быть 50 на 50. Одеситов много, и близлежащих городов тоже, конечно, дети приезжают и учатся на разных кафедрах факультета. А скажіть, будь ласка, який професійний напрямок найбільш популярний серед ваших випускників зараз? Факультет представляет три основных направления. Это дизайн, это кино и телепроизводство и музыкальное искусство. В каждом из направлений есть две основных специализации. Это дизайн, графический мультимедийный дизайн, это ведущие телевидения, ведущие телепрограмм и сценаристы и режиссеры, кинорежиссеры и телережиссеры. А также вот наши новые любимые нами специальности – это артист музыкального театра и преподаватель вокала и вокалист эстрадно-джазового направления. От, собственно, ці спеціальності ми представляємо. Мені здається, щоб виховувати справжнього фахівця, повинні бути досвідчені викладачі, практики. Скажіть, будь ласка, яка команда працює на вашому факультеті? Самая замечательная, самая квалифицированная. То есть, и это не простые слова, потому что большинство преподавателей – это народные артисты Украины, народные художники Украины, заслуженные деятели искусств Украины, это защищенные доценты, молодые преподаватели, которые находятся сейчас в самом начале своего научного пути и наработки преподавательских возможностей. Так что команда очень креативная, очень профессиональная, и достаточно обратить внимание на сегодня моих коллег Георгий Викторович Делиев и Александр Евгеньевич Мордань. Это мега известные и действительно, то есть это не пафосные слова, это действительно люди, добившиеся совершенно
очевидных высот в своем мастерстве. И сегодня то, что они находятся в рядах преподавателей Международного гуманитарного университета, я считаю, что это большая гордость и удача для наших студентов и для нас, как людей, имеющих возможность сотрудничать рядом с такими людьми. Отже, перейдемо до викладачів. Георгій, добрий день. Всі знають вас як видатного та дуже талановитого артиста та музиканта. Скажіть, будь ласка, як ви почуваєте себе у новій постаті викладача? Ну, я ще й режисер. Наверное, я більше режисер, да. Ну, хоча, наверное, артист, актер, это, наверное, прежде всего. Потому что режисер все равно должен знать профессию, мастерство актера. Мне приходилось где-то с конца 80-х годов преподавать, вот в 90-х годах особенно, причем я преподавал и в разных странах, но это были мастер-классы. Надо было за очень короткое время чему-то научить людей, причем в разных странах совершенно разная квалификация, подготовка. Я даже порой поражался, насколько слаба школа, ну, на мой взгляд, то есть, ну, им преподавали что-то другое. Вот. Но я убежден, что в Одессе есть какой-то особый такой дух и особый дар, который существует у одесситов, у людей, которые здесь рождаются, либо они воспитываются, живут. Вот. И этот талант, вот, данный Богом, да, Гарик Голубен, как ты написал, «Рыжий город», замечательный такой сборник, и правильно назвал эту столицу юмора. И людям приходится уезжать из Одессы, получать образование, либо просто там начинать свою карьеру где-то в другой стране, в другом городе. Я задавался всегда вопросом, а почему вот это, такой парадокс существует? И я делал попытки преподавать здесь, что-то давать, но это никому не нужно было как-то так, ну, не возникало такой среды. И здесь, когда мы начали вот с Ниной Кравец обсуждать, да, то есть у нас как возникла идея, мы начали общаться с Громовенко Константином Викторовичем, Сергеем Васильевичем, и они сразу поддержали. То есть они говорят, да, так класс, говорит, давайте, надо это делать. И вот так вот как-то, знаете, в одном направлении сошли все силы, приложились, и получился какой-то очень позитивный результат. Вот. Как мне преподавать? Ну, конечно, мне нравится. Мне, тем более, тут не надо там на английском языке, не надо там переводчиков никаких, все понимают. И молодые люди, они горят, они хотят. Это самое главное. То есть когда есть желание у молодых людей развиваться, расти, учиться чему-то. Это главное. Вот. А что передать, конечно, и у меня, и у моих коллег есть. Багато наших глядачів стурбовані долею легендарної одеської кіностудії. Угу. Скажіть, будь ласка, як сьогодні живе та розвивається напрямок кіномистецтва на вашому факультеті? Ну, что касается киностудии, то, конечно, да, очень печально. Ее хотят отобрать, хотят ее забрать в частные руки. Когда это произойдет, ну, если это произойдет, не дай бог это произойдет, то это будет печально. Потому что это, насколько мне известно, это первая была в, там еще в царской России киностудия. Здесь снимали первые фильмы, и самые легендарные. И Довженко здесь работал, многие-многие выдающиеся мастера. Вот. Но я давно не снимал на Одесской киностудии, это точно могу сказать, и это печально. А раньше снимал. Вот. У нас очень много сегодня самодеятельных режиссеров, которые... И сегодня есть возможность. То есть мобильный телефон, там все что угодно, фотоаппарат позволяет сегодня выдавать такое качество лучше, чем там раньше на Kodak дорогостоящее. Вот. Я знаю, проходят конкурсы короткометражных фильмов, где молодые люди могут себя проявить. Но мне кажется, это самый такой, ну, как правильный путь, просто брать и снимать. Практика, показатель истины. То есть, конечно, мы даем теорию, преподаем, но надо... Знаете, как в любой профессии лабораторная работа должна быть. Без этого никак не обойтись. Я преподаю актерское мастерство и сценическое движение. Вот. Именно кинопроизводство здесь я не преподавал пока. Ну, как бы у меня не было таких требований, но актерское мастерство, да, молодые люди осваивают хорошо. До речі, незабаром відкриває свої двері Міжнародна академічна школа Одеса, яка створена за ініціативи почесного громадянина Одещини Сергія Ківалова. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про одну з багатьох унікальних перлин цього освітнього проєкту – концертний зал. Знаете, я об этом часто говорю, всегда встречают по одежке, да, провожают по уму. Но по одежке встречают, но я думаю, что этот центр его и по одежке, и по уму встретят, потому что это высочайшего уровня.
архитектурное произведение, которое будет наполнено вот в дальнейшем и какой-то вот внутренней силой, да, то есть это люди, конечно, которые будут там находиться, которые будут преподавать и обеспечивать. Вот. Но, например, там будет киноконцертный зал. Мне кажется, он один из лучших будет современных таких сооружений, потому что там самое современное оборудование. Я сам лично участвовал, то есть я там подбирал. Ну, мне хотелось взять самое современное. Звук, свет, вот вся эта техника сегодня бежит вот с такими же темпами, как компьютерные технологии. Да? Вот. Но вот постарались взять самое лучшее. Естественно, это будет для молодых людей, для студентов, для того, чтобы они могли учиться на этом. Ну, я намерен, конечно, вот мы с Ниной Вячеславовной и с Александром Евгеньевичем будем приглашать и профессионалов высокого класса, чтобы это сочеталось, чтобы молодые, юные дарования имели возможность вот такого общения. Там будут великолепные кабинеты для обучения, спортивный комплекс, ну, в общем, все, что нужно вообще любому человеку, тем более молодежи. Все будет предоставлено. Что очень важно, вот я себя вспоминаю, там, когда я поступал, я вначале хотел поступать, я художник как по первому образованию, я хотел в художественное училище, я там в Симферопольское поехал, еще какое-то, ну какие-то такие унылые эти стены, там ободранные эти полы, такие обшарпанные, какие-то технички ходят с этими ведрами, и мне не захотелось идти именно по этой причине, я даже не себя не утруждал узнать, а какое там преподавание, какое качество. Все, я это увидел. Я в итоге поступил в другой вуз и всегда оценивал. Я приезжаю в любой вуз, а я бываю в них, в разных странах. Я всегда оцениваю просто вот как внешний антураж. Он отражает и какую-то внутреннюю силу. Вот. Здесь вот все учебные заведения Кивалова, они все великолепны, они хороши. То есть сюда хочется приходить, хочется здесь работать. Это очень важно. И, соответственно, вот такого же качества обучения. А может быть, наоборот, качество преподаваний, поэтому и вот такой внешний антураж. Все великолепно, все класс. До речі, ми знаємо, що викладачі часто проводять пари не в аудиторіях, а, наприклад, в телестудії, яка є на базі університету. Там можна створювати телевізійні програми, передачі і знімати фільми. Які проєкти виробляють студенти? Я не знаю, до кого це правильне питання поставити. Наверное, к декану, к Нине Вячеславовне, да, так больше. Александр Евгеньевич только влился, он первый год. Да. Но у Александра огромный опыт, мы там с ним сколько уже вместе знакомы. И вот он... Я думаю, что если вы расскажете, мы выйдем из этой ситуации, что вы идете работать на кафедру кино и телевидения, вы обязательно ознакомитесь с этой студией, и вы много наслышаны, но вы присутствовали на захисте дипломных работ, и вот молодые люди снимают кино, и вот ваша роль в будущем формировании этой кафедры, вот скажем так. Ну, как я ее себе вижу, я бы скажу, что это не мои мысли, они были высказаны, наверное, лет за 100 до меня, о том, что для того, чтобы получился хороший фильм, нужно всего три вещи. Это хороший сценарий, да? Вот, поэтому в основе каждого спектакля лежит пьеса, в основе каждого фильма, в основе каждой успешной или неуспешной телепередачи тоже лежит ее сценарий. Да? Ну и кажется, что это, ну вот, что такая фантазия. На самом деле там тоже есть достаточно четкие и жесткие законы, по которым это пишется, и эти законы нужно знать. Другое дело, что там очень много места для фантазии, но в то же время основа, скелет, она имеет определенную свою, можно даже сказать так, математическую подоснову. Вот поэтому этому нужно учить тех, кто пытается и будет пытаться что-то создавать. А то, что есть, и вот продолжение того, что говорит Георгий Викторович, абсолютно правильно. Вот у меня вчера, когда было зачисление студентов в колледже и учащихся в колледже, и у меня брали интервью, то меня спросили, ну вот чем этот университет, почему нужно идти в него, а почему не надо идти в другие? Ну я сказал, вам как ответить, красиво или честно? Красиво. Нет, я говорю, давайте все-таки сначала отвечу честно. Потому что в этом университете, и как правильно сказал Георгий Викторович, в других учебных заведениях под эгидой Сергея Васильевича, отсутствует запад бедности. Понимаете, вот приходишь даже в наш государственный университет, приходишь в
университет театра и кино имени Карпенко-Карова. Да, там работают замечательные, хорошие специалисты. Но вот тут разбито, тут грязненько, тут... Я понимаю, что это нет хорошей жизни. Мы так себя обрекли на такую жизнь последних 30 лет. Так мы распределили ценности и приоритеты. Но, тем не менее, образование оказалось одно из, я имею в виду, в целом стране, одно из проигравших. И, как спрашивают иногда, о чем вы жалеете из советского времени, кроме молодости? О системе образования. Она была намного мощнее, чем она сегодня. Поэтому наша задача ее сделать... не только такой же, но еще сделать лучше, чем она была в советское время. И вот для этого вот мы все и будем прилагать усилия. Дуже дякую. В цьому році вступна кампанія пройде в онлайн-форматі. Розкажіть, будь ласка, які кроки повинен зробити абітурієнт, щоб вступити на факультет мистецтва та дизайну? Ну, во-первых, оформится электронный кабинет, который оформляется с 1 августа, то есть с завтрашнего дня. С 13 числа подать документы, пройти творческий конкурс и дождаться зачисления приказа о том, что они стали студентами Международного гуманитарного университета. Все. Это практически несложно, это достаточно компактный путь, поэтому я думаю, что начать нужно с подачи документов. Дуже вам дякую за ваші відповіді. Було дуже приємно знаходитись з вами у студії та цікаво. Сподіваюсь, ця розмова надихнула багатьох наших глядачів. Дуже дякую. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.